Сити. Я снова с вами. Мой гость сегодня — лейтенант Сара Краковский, пресс-секретарь полиции Найт-Сити. Здравствуй, рад тебя видеть. Привет, Сиги. Спасибо, что позвал. Надеюсь, ты нормально добралась до студии. Ничего не случилось? Никто не напал по дороге? Нет, нет. К счастью, на улицах Найт-Сити сейчас безопаснее, чем раньше. Мы отмечаем снижение числа убийств с 7000 статных случаев в год до... Так, так, минутку. На улицах, ты говоришь, безопасно. А что с автострадами? Не поняла. Ты же слышала о перестрелке на съезде с трассы 1? Прошло полчаса, прежде чем патруль прибыл на место. Я слышал, в тот день было больше 700 выстрелов. Что случилось? Где сейчас находятся виновные? Подожди, Зиги. Полиция Найт-Сити отвечает за порядок и безопасность граждан на территории города. А трасса 1? Сара, Сара, не стоит. Всю эту ерунду мы видели в ваших пресс-релизах. Просто ответь зрителям. Когда уже они будут в безопасности? Когда... Thank you.
Где машина? Где машина? Тебя не слышно. Лакака Акада, госпожа и хозяйка Вестбрука. Загляни ко мне, когда будет минутка. Нам нужно рассчитаться за Сандру Дорсет. Вы хорошо сработали. Ты и твой друг. До связи. Послушай-ка этого парня. Как тебе музон? Вообще ни о чем. Уши вянут. Я, конечно, не эксперт, но даже по моим меркам это полное фуфло. Дамы и господа, перед нами маститый критик. Брось ты, Чумба. Здорово же. Парню явно есть что сказать. Надрыв есть. Этого не спрячешь. Не слишком уверенно держится на сцене. Руки не поставлены. Вылетает из ритма. Но в целом неплохо. То ли похвалил, то ли обосрал. Так же начинал. Играл на улицах и мечтал собирать стадионы. Не смеши. Некогда мне было карабкаться к славе. Я был занят. Сотрясал мировые устои. Так и говорят все неудачники. Пардон, непризнанные гении. Твоя правда, я неудачник. Этот город так и остался под пятой корпоратов, как и полвека назад. Но если ты думаешь, что я мечтал стать рок-звездой и кумиром подростков, ты ошибаешься. Срать мне на всю эту коммерцию. Да уж ладно прибедняться. Залы ты собирал. Я память-то видел. Ну да, играли где могли. В парках, на заброшках, в подпольных клубах. У нас сразу была аудитория. Кто-то нас даже записывал, хотя мы еще были никто. Постой, говоришь, по городу еще ходят старые бутлеги самурая? Можно же озолотиться. Ты вот ты меркантильный сучонок. Не ожидал. Хотя, как раз ожидал. Ладно, шутки в сторону. Записи еще существуют? Столько лет прошло. Вообще-то тут недалеко радужная каденция. Мы играли в этом клубе до распада группы.
Отличное место. Народ собирался очень адекватный. Попробуй там расспросить. Рада, что ты выиграл время. Рот закрой, ворона залетит. Джонни. Привет. Где было твое отличное место, там теперь забегаловка. Что ж, тупое потреблятство опять победило. Еще очку команде соперника. Вот почему поверженный воин не должен возвращаться. Иначе он однажды увидит, как все его идеалы превращаются в дерьмо. Давно в Найт-Сити? Достаточно давно, чтобы не вестись на как бы безобидные вопросы. Ешь, плати и топай. Знаешь что-нибудь про бутлеги времен Радужной Каденции? Ну, там, самурай, например. Погоди. Трюмная красная рожа на черном. Да, даже я про них слыхал. Сюда иногда приходит один тип в их футболках, и к нему друзья подваливают, такие же чокнутые. А ты случаем не знаешь, где он живет? Да, в 20-х годах он живет. А если серьезно, обычно рядом он тут трется, на рынке. И чем торгует? Клубникой со сливками. Сам ты как думаешь? Он торгует старинными записями древних инди-групп. И вот что интересно. Про эти группы никто ни хера не слышал. Круто. Спасибо. Привет, я ищу крутой музон. Есть у тебя лазер-поп? Что-нибудь из Аскрэкс? Херни не держим, ты определись. Тебе хорошую музыку или эту единорожью блевочек? Расслабься, Чунда. Шуток не понимаешь. Лазер-поп? Сука, лазер-поп? У меня-то эта херня откуда? Мне говорили, ты торгуешь хорошей музыкой. Но она у каждого своя. Есть Cartesian Dualist, кое-что из Евродина, Tainted Overlord. А самурай? Еще спрашиваешь? Есть Never Fade Away, Dancing with My Axe, Chipping In, да любую назови найдется. Silverhand был мессия от рок-музыки. Я бы его записи бесплатно раздавал, но нужно ведь на что-то жить. А ты не как главный фанат Сильверхенда. Да, и этим горжусь. Нынешние рокеры ему в подметки не годятся. Было у Сильверхенда то, что... А серебряная рука? Огонь в нем был, парень. Огонь! Он в печенках у корпорации сидел и погиб за свои идеалы. А ничего, что он был еще и немного террористом. Blaze way down the rabbit path. Мне нужны реально крутые записи. Ну там, бутлеги первых концертов самурая. Первых концертов? Да ты, я смотрю, вообще не в теме. Не понимаешь, что спрашиваешь? О легенде. Уж не знаю, откуда тебе известно про записи, но иди-ка ты нахуй. Это не для случайных людей. Я тут бывал во времена Радужной Каденции.
Бутлег был бы напоминанием о старых добрых деньгах. О, мне-то не заливай. Молодой ты еще, чтоб первые концерты самурая помнить. И ты, и даже батя твой. А ты по лицу-то не суди. Откуда тебе знать, что оно свое, а не имплант? Ну ладно, шкет, докажи. Как прошло третье выступление самурая? Эй, Джонни, тащи сюда свою цифровую жопу, мне нужна консультация. Как тебе такое? Иди нахер, Ви. Я тебе не голосовой помощник. Ну так чего? Долго ждать? Джонни, твою мать, это что за саботаж? Вот зачем? Затем, что это смешно, а мне скучно. И еще мне не нравится твое конформистское ебло. Ты так часто подвисаешь? Да кто-то с ним ничего плачет. Наш третий концерт был в Каденции. Случился небольшой пожар. Пьяные придурки заливали его пивом. Дэнни подпалили Хайер. Она потом долго парик носила. Не хотела импланты вживлять. Дай-ка подумать. Помню пожар. И помню, что какие-то придурки пытались его пивасом залить. А я и сам чуть не забыл. Говорят, пожар сам Джонни устроил. Сигарету бросил. Чушь. Это была сигарета Керри. Но если где какой пожар, то его, конечно, раздул Джонни. Все равно не верю, что ты там был. А, похер. Только истинный фанат знает такие подробности. Ладно уж, надо ведь прививать молодежи хороший вкус. Может, и есть кое-что специально для тебя. Держи. Круто, спасибо. Забирай. Неси слово Сильверхенда людям. Смерть корпората. Говорят, что время лучший учитель. Я раньше думал, что так и есть. Но вот этому за 60 уже небось. А все еще живет в 20-м году. Он же твой главный фанат. Тебе разве не приятно? Я подорвал Арасака Тауэр, и чё толку? Башня на прежнем месте. Не люблю смотреть на тех, кто живет в прошлом. Люди должны меняться. И люди, и мир вместе с ними. Прошло 60 лет. Что-то же изменилось. Ага, изменилось. Показухи больше стало. Новые разъемы появились. Новые вкусы у фруктозного сиропа. Арасака просто сменила лицо. Все то же дерьмо в новой упаковке. Но что-то же изменилось. Может, мы этого не видим, но все равно жизнь уже не та, что раньше. Уже никто не помнит, что раньше слово «человек» не означало кожаный мешок, набитый ширпотребными имплантами.